следующему слайду. Это уже у нас первичный рынок, квартира эконом-класса 434 доллара за квадратный метр. За год снижения минус 0,69%. Также можете посмотреть по админ-районам, сколько стоила недвижимость этого класса и насколько она подешевела в процентном соотношении всего лишь за месяц. Ну и последний слайд, который нам, так сказать, показывает вот эти колебательные процессы длиною в 1 месяц или еще это называется флуктуации. Видим, что комфорт бизнес-класс, первичка 846 в целом по городу долларов за квадратный метр, снижение минус 0,12%. Можете также посмотреть по административным районам стоимость в долларах и снижение в процентах за месяц. Друзья, переходим к...